Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем делать, поэкспериментируем. Еще раз будем делать вот таких вот замечательных бабочек. Я покажу, как делаются они. Два вида здесь складывания купюры. Делать мы будем из шуточных денег. Вот из таких вот кусочков. Такие кусочки у нас получаются, когда я делаю кусудаму. Вот такие вот цветы. И от них остаются вот такие вот полоски. Я вам сейчас покажу, как она у меня получается. Это пойдет на кусудаму. И это тоже пойдет на кусудаму. У нас такой есть топиарий. И еще я буду делать. Вот, и остаются вот такие полосочки. А куда их девать, неизвестно. Но вот я решила сделать из них цветы и сделать из них вот такие, показать вам, как делаются вот такие бабочки. Первый, значит, способ вот такой. Давайте бабочку я вам покажу, как делается. Берем вот этот кусочек, складываем. Теперь вот так соединяем и связываем их ниточкой. Видите, получилась такая замечательная бабочка. Вот у меня есть вот такие вот пайетки, или как они правильно назвать. Вот видите, получилась такая вот симпатичная бабочка. Такая же, как эта. Один вид мы сделали, а другую мы сделаем по-другому. Она будет складываться. Вот это кусочек. Складываем вот так. А низ я вырезала, но сделала не прямые, а вот эти уголочки я скруглила, срезала. Она будет немножечко другая, чем вот эта. Она будет с кругленькими. И тоже так же связываем. С такими нижними крылышками она получилась еще интереснее. Вот она с квадратными крылышками, а вот с скругленными. Итак, бабочки мы с вами сделали. В прошлом видео я делала вот такой вот цветочек. Это был эксперимент. Сейчас мы немножечко его еще немножко модернизируем. Тоже из таких же вот штучек. Потому что мне их жалко выкидывать. Вот, и поэтому я придумываю всякие цветочки, что можно сделать вот из таких вот остаточков. Вот. У нас есть трубочка из газеты. Сейчас мы ее обернем также денежкой. Берем две штучки. Теперь берем такую штуку.
Теперь пробуем формировать цветочек. Теперь вот сюда мы тоже вклеим по лепесточку, чтобы он был побольше. Ну вот мы, знаете, вклеили, у нас получился такой довольно-таки большой цветочек. И теперь вот такими же штучками вклеим еще вторым ярусом, чтобы у нас он был попышнее. Ну вот, два яруса мы проклеили, теперь давайте проклеим еще один, третий, чтобы она у нас попышнее была. Ну, все то же самое. Итак, для изготовления следующего цветочка нам понадобится, вот я возьму три купюры. Мысленно разделю так на три части и возьму одну третью часть, отрежу. Теперь возьму две купюры, посмотрим, как хватит нам или нет, разрежем их пополам. Сложим в одном направлении, чтобы у нас было везде беленькие вот полосочки сверху. И вот так надрежем. И так сделаем со всеми, и вот с этими, и вот с этими. Итак, я сделала вот, ну, стебелек, как я делала уже в предыдущем цветочке. И давайте начнем накручивать вот с таких мелких, ну, вернее, с которой самая узкая полоска. Теперь проклеиваем те, которые чуть подлиннее, а потом самые длинные. Но первый ряд, который подлиннее, сделаем чуть-чуть, либо срежем, вот, чтобы у нас был плавный переход. Если вы сильно глубоко прорезали, как вот я их прорезала, да, то можно немножечко со смещением вот здесь поклеить, чтобы переход был такой более гладкий. Итак, вот у нас получилась такая вот замечательная астрочка. Низ я закрыла тоже денежкой, вырезала. Вот это у нас третий вид цветочка, то есть первые розы, вот такая ромашка, вот такая астрочка.